Зима в Подмосковье – это насыщенная программа событий, которые порадуют жителей всех возрастов. В каникулы в Химках скучать не придется. Как и где провести время, расскажем в специальном репортаже. Центральная ледовая площадка округа, театральный каток в сквере Юбилейный. Общая площадь льда 2500 квадратных метров. Одновременно могут кататься 150 человек. В новогодние праздники на театральном катке пройдут масштабные представления от именитых фигуристов России. 4 января свое шоу «Байки русской балалайки» представят Татьяна Навка, Петр Чернышов и другие звезды фигурного катания. Зрители ждет настоящий калейдоскоп народных танцев, который погрузит в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси. Комаринская и барыня, казачок и кадриль, хоровод и ярмарочный танец. Самые любимые и знакомые всем русские плясовые никого не оставят равнодушными. Всего в Химках оборудовали 25 катков. На 6 площадках будет работать прокат коньков и теплые раздевалки, а также 25 лыжных трасс. Из них 2 профессиональные. Кроме того, на базе спортивного комплекса «Родина» подготовили 4 трассы различной сложности. Если хотите зарядиться праздничной атмосферой, достаточно просто прогуляться по городу. Гирлянды, иллюминации, елки. Невозможно не почувствовать то самое новогоднее настроение. Если хочется чего-то большего, не упустите возможность заглянуть в артишок. В атмосферу праздника здесь можно погрузиться с помощью многочисленных выставок музея. Желающие увидят новогодние открытки разных лет, в основном те, которые знакомы с самого детства. Также в экспозиции картины с изображением зимних пейзажей в различных техниках, новогодняя фотозона, елочные инсталляции. Юные жители прямо на месте могут попробовать свои силы в роли художников. Для них организовали специальную арт-зону с зимними раскрасками и фломастерами. Кроме того, именно в артишоке расположилась резиденция Деда Мороза, где каждый желающий мог оставить письмо зимнему волшебнику или просто познакомиться с ним лично. А в парке Дубки работает мастерская Деда Мороза, где юные химчане могут поучаствовать в мастер-классах. Химки удивляют не только активным отдыхом и зрелищными выставками, но и творческими впечатлениями. Позаботились в округе и о любителях искусства. Праздничный репертуар подготовили в театре «Наш дом». На большой сцене театра покажут сказку «Снежная королева», постановку «Матушка-метелица» по мотивам сказки «Братьев Гримм», а также музыкальную сказку «Медведь, который не верил в Деда Мороза». На малой сцене спектакль «Дюймовочка», детское представление «Шишки-мышки» и другие. Всего в зимнем сезоне в Химках пройдут больше 700 спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Праздничное настроение создает волшебное оформление города. Каждый желающий может выбрать развлечение себе по вкусу. А для тех, кто предпочитает спокойный отдых, предлагаем в эти каникулы просто чаще гулять на свежем воздухе. Встречайте зиму в Подмосковье вместе со всеми Химками. Телеканал Химки ТВ желает всем счастливого Нового года!